Друзья, ну и как мы обещали, очень приятная новость. У нас сегодня очаровательная гостья. Певица Максим, встретим ее аплодисментами. Привет. Давно не виделись. Для того, чтобы доказать, что это ты, что ты пришла с музыкантами, предлагаю сразу начать с песни. Давайте. Что я твоя слабость, а я твоя сила. Эти выходные прямо невыносимо. Разрываем себя, пошло оно все инна. На глазах мы в пыль, зато так красиво. От поцелуя след, спасибо и на том. Спасибо за рассвет, я засыпаю в нем. Не бойся, я боюсь безоружным сном. Максим, и чрезвычайно приятно тебя Спасибо. Видеть. Тем более, что для всех поклонников твоих давай сообщим приятнейшую новость. 17 июня на сцене Зеленого театра на ВДНХ состоится большой сольный концерт Максима. Это очень здорово. Ты ведь готовишь новую программу, принципиально новую. Мы готовим новую программу для следующего мероприятия. Здесь мы будем петь все самое любимое, все самое лучшее. Все то, что у нас накоплено, весь свой опыт, большой состав музыкантов, как мы любим, все будет максимально. Именно музыкально, конечно. Очень круто, что ты сказала, что мы будем петь, то есть все зрители тоже должны... Программа-то, я так понимаю, the best будет, да? Да, так что да, все будут петь. Будет все самое лучшее. Программа будет называться «Спасибо». В общем, она отображает именно мое... состояние мое, что ли, вот это вот чувство благодарности всем тем людям, которые, как мы знаем, очень переживали за меня, и, конечно, хочется сказать им большое спасибо в виде вот такого концерта, в виде самых лучших песен. Петь будем, почему мы, не только мы со зрителями, петь будет еще, помимо бэк-вокала, еще и
участники, ученики моей школы искусств, Максим, и взрослая группа, и детская группа будет участвовать, потому что у нас будет масштабненько. Здорово. Ну, раз уж ты сама сказала по поводу переживаний, за что ты говоришь спасибо, мы тоже очень сильно переживали, правда, весь Конечно. Год, весь прошлый год практически прошел под этим знаком. Сейчас как себя чувствуешь? Лучше. Лучше. Нет, это мы видим, что ты чувствуешь себя лучше. От прекрасной вот этой привычки неумения ныть. В общем, самое главное улыбаться и создавать себе позитивное настроение, несмотря ни на что. Конечно, понятно, что лучше не болеть. Это ясно. Но выздоравливают тоже. Но ты полностью восстановилась сейчас? Или еще какие-то там реабилитации идет? Было, да. Слушай, ну а вот то видео... По сравнению с тем, что было, я вообще просто новенькая. Те видео, которые были в интернете по твоему восстановлению во время реабилитации, что врач-тренер, я не знаю, как правильно это назвать, занимался с тобой различными физическими упражнениями, в том числе. Ты продолжаешь это делать, сейчас заниматься? Ну, со мной действительно занимались дыханием. Даже на прогулку первое время выходили со мной вместе, потому что ходила я плохо. Но уже через месяц стояла на руках даже. В смысле? Ну, в общем, восстановление шло очень быстро. Обычно люди на ноги встают. Ну, в первую очередь, встал на ноги и пошел. Здесь не наш метод. Здесь, да, здесь я решила испробовать все сразу. Активно заниматься спортом. И, в общем, мне не нравилось вот это состояние, конечно. Поэтому я решила в нем не жить. Слушай, а когда ты решила? То есть, когда ты поняла, что ты можешь и хочешь вернуться на сцену? Когда открыла глаза. Ты сразу прям? Я поняла, что все. Ну, коль уже глаза открыла, да, значит, скоро вставать на руки вперед. В общем, да. Но это же ведь не работа все-таки для артистов, которые выросли на сцене. Это не работа, это огромная часть жизни. Это, ну, чуть ли не вся жизнь все равно связана с творчеством, со сценой. Ты живешь так не потому, что тебе так диктуют условия, а потому что ты по-другому просто не представляешь, как существовать. Слушай, ну и вот с того момента, как ты говорил, даже ходить тяжело, до долго шло восстановление, а подготовка вот к этому твоему первому концерту, когда ты вышла на сцену в Ялте, по-моему, да, это было, на большую публику. Вот эта вот подготовка, поиск каких-то там музыкальных форм новых, или тоже все в рамках Best было исполнено? Ну, дело в том, что мы пока еще не выпустили новый сингл, хотя мы его готовим. Поэтому поем, пока вспоминаем все то, что мы знаем, любим. И в любой момент я совершенно спокойно, ну как спокойно, все равно, конечно, с волнением, но выходишь на сцену и уверена в том, что люди вместе с тобой тебя поддержат в любом случае. Ну, благо, багаж-то и такой. Слова все знают, даже если я их забуду, споем все знают. Багаж-то такой у тебя в песнях, да, то, что можно, в принципе, уже нового вообще ничего не сочинять, а пользоваться старым репертуаром. Там, можно, сколько, можно, да? Сколько композиций записано, сколько песен спето. Предлагаю все-таки перейти к музыкальной части нашей встречи и представить еще одну песню. Ну, мы споем все, что нас, в общем-то, по опросам моих друзей и коллег, мы споем песню «Нежность». На зеркалах, где тени пусть, на школьном платье рисуют нежность на телах, а в глазах лето бесконечно, еще так нежно. Больше не забыть это лето, ветром по щекам будет где-то осень целовать. Жаль, наверное, ветер не умеет. Не забыть это лето, ветром по щекам будет где-то осень целовать. Жаль, наверное, ветер не умеет так нежно. Дайте вместе петь.
немного слэпа от нашего Саса. И руки ваши выше, и те, кто у нас вот в звукорежиссерской, тоже вы. Певица Максим у нас здесь живым концертом. Очень приятно тебя видеть. И сразу же предлагаю продолжить с песни. Да, с удовольствием. Ветром стать. Крыши, когда ты умрешь, ты станешь солнцем, все равно меня будешь выше. Осенним ветром я буду где-то летать с тобой, ветром по свету ты не поймешь, а я незаметно шепну теплом, а солнце где ты? Только ты не будь пока солнцем, слышишь, я буду петь тебе песни с крыши, я буду снова той, кем ты дышишь. Твоей улыбки буду слушать, твои пластинки, с твоих ресниц собирать снежинки.
это певица Максим, и давай еще поговорим. Ты уже сказала, что во время твоего концерта, который будет в Зеленом театре, примут также учащиеся твоей школы искусств, которую ты перезапустила буквально за несколько дней до твоей госпитализации. Да. Расскажи про вот это твое детище. Это моя, знаете, такая давнишняя мечта, это мечта детства, наверное. У меня мама педагог, и всегда, знаете, она занималась с детьми, после работы какие-то праздники все время создавала. И я всегда присутствовала при этом, мне хотелось... все время в этом участвовать. Но я, правда, да, я знала реплики и роли всех героев, которые должны были в детских спектаклях участвовать. Ты готова была заменить всех? А я всех и заменяла в итоге. Тот ребенок, который не приходил на праздник, я была то Чиполлино, то Пиноккио, то Снежинка. То Баба-Яга была? Была, конечно. Это же мой любимый персонаж, конечно. Ну и сейчас ты решила просто скопировать или сделала абсолютно новое? Нет, конечно. Здесь я руковожу, собственно, процессом. Очень большая такая трудоемкая работа. Естественно, преподают профессионалы, преподают очень хорошие педагоги. Я очень активно участвую в выборе каждого педагога, вот, сама даю какие-то мастер-классы, приглашаю других деятелей искусства для того, чтобы чисто они рассказывали вокал еще. Или какие-то еще творческие направления? Но я все-таки не педагог, поэтому я рассказываю какой-то свой путь, свою историю, прошу своих коллег рассказывать тоже свои какие-то пути развития и так далее, потому что помимо теории, конечно, еще и практические вот эти знания, они тоже очень важны. Я имею в виду, в самой школе только вокал преподается или самые разные? Школа искусств получается, да? Да, в школе преподается все, и фортепиано, и вокал, и классический, сольфеджио. И джазовый. Сольфеджио, да, естественно, обязательно. Музыкальная литература. У нас классы танцевальные от хип-хопа и до классики, до хореографии. Так что у нас для детей, конечно, очень большой такой развивающий пункт. Изоя, рисование, развитие речи, развитие мелкой моторики. Ну, то, в общем, это такой большой, знаете, пласт. Если вы поинтересуетесь школой искусств «Максим», то с удовольствием мы вас ждем. Хотя с набором уже прям беда. Ну, деток ты уже куда-то направляешь. Там, ребята, давайте в голос пробоваться, давайте туда, в этот конкурс, в этот конкурс. Да, конечно, мы уже побеждаем в различных конкурсах. Не сказать, что они прям супер какие-то телевизионные, масштабные. Но мы планируем участвовать в одном из конкурсов, таком на федеральном телеканале уже совсем скоро. Вот это мило. Слушай, ну и уж раз заговорили про конкурсы, ты совсем недавно смогла удивить жюри шоу «Маска», включая Филиппа Киркорова, где исполнила песню совершенно не своим голосом. И вообще, так там все не своим голосом. Расскажи, пожалуйста, про то, насколько тяжело тебе было принять приглашение для участия в этом. О, мне было так весело. Это мне просто, знаете, мне вот главное попасть в настроение, и все. И меня просто, я еще за собой целую группу народу веду. Петь эту песню мне было очень легко. Ну, расскажи про песню, во-первых. Ну, во-первых, зря вы думаете, те, кто думает, что это был какой-то там сэмпл наложен или еще какие-то обработки. Нет, все было спето по-настоящему, живьем. Это мой голос. Ну, вот так я вошла в образ. А я исполняла цыганскую песню «Ехали на тройке с бубенцами». И, ну, так жюри долго пыталось угадать, кто. И что, Киркоров не признал? Не признал вообще никто. Никто не признал. Валерия, кто? Тимур Родригес, да, все были в полном шоке. И благодарили тебя несчетное количество раз. Ты песню сама выбирала вообще? Вы знаете, я пришла, когда... на просмотр, там сидела комиссия очень серьезная. А у меня было сразу же в голове столько идей, что я их как все выдала, что не успели ничего сказать, сказали... Давай. Давай. Слушай, а как дышать в этом... Ты же была в костюме мышки, да?
Ну, как в бане, как в бане вы дышите. Как обычно в бане поют. Ехали на тройке с бубенцом. Но там же подготовка идет. Подарка еще паркур. Да-да-да. Подготовка определенная идет. Скажи, если еще раз пригласят в Москву именно, пойдешь? Да, с удовольствием. Обалдеть. За любой кипиш. Да. Ну уж прям не за любой, подождите, далеко не за любой. Меня вообще куда-то вот вытащить на такие эксперименты большая проблема. Так же, как и на какие-то мероприятия. Я очень-очень тщательно выбираю, где мне быть. По поводу концертных туров. Что планируется? Коль уж ты сейчас вернулась по полной программе, сольник и новая программа готовится. А что с концертными турами? Мы пока не поедем, конечно, по 30 концертов в месяц, как раньше. Это однозначно. Во-первых, у нас повышается состав музыкантов, и хочется это делать каждый раз как-то глобально. Поэтому... А не просто под минус, да? Ну, как бы, чтоб, ну, не, ну под минус у нас не бывает, у нас все равно в любом случае живой коллектив, но мы хотим добавить еще дудки. Трубы, в смысле? Ну да. Скрипки? Нет, струнных у нас не будет. Бэк-вокал и дудки. Бэк-вокал и дудки. Да. Я предлагаю сейчас без бэк-вокала и дудок все-таки исполнить очередную песню. Да, они там ждут пока, ожидают своего выхода. Так жесток, живет в пальто коротком чьем-то. Он ищет ту, что не прощает, не предает, не отпускает. Такая есть, такой не знаю, но только-только обещаю. Научусь летать с тобой на небо, там, где звезды до рассвета говорят тела. Не знала просто слова «здрасте». Сегодня я такой же масти. Смотри, помада, туфли, платье. Говорить с тобой не надо. Забыть начать любовь сначала. Я здесь принцесса карнавала. Лишь от того, что обещала. Thank you.
Друзья, певица Максим продолжает живой концерт у нас в студии. Едем дальше. Мне не видно неба, я не могу понять, был ты или не был. Ветром по волосам, солнцем ладони твоя. Красные облака вечер ударил в спину. Я с тобой так легко, я с тобой красиво. Бешено так в груди бьется сердце твое. Пускаю и в небо улетает с желтыми листьями наше прошлое лето, с телефонными глупыми письмами. Отпускаю и слезы высыхают на ресницах. Ну как же синие звезды нам с тобой могли присниться. Рано еще не быть, поздно уже поверить. Я не могла любить, я не могла измерить. Месяцы за окном, солнце в закате с тобой. И опускаюсь вниз, и поднимаюсь в небо. Я не могу понять, был ты или не был. В сотнях ночных дорог ты остаешься со мной. Отпускаю. Максим, здесь у нас живым концертом. Живой звук — это прелести именно живых музыкантов. Давай поговорим о футболе. Неожиданно. Футболе. Знаешь ли ты, что твоя песня «Знаешь ли ты» стала неофициальным гимном фанатского движения «Спартака»? Понятно, что знаешь. Как это получилось? Я не принимала в этом участие, но это, конечно, очень приятно. Это, там же самые душевные люди собираются. Футбольные, хоккейные болельщики, как мы все знаем.
Это же те люди, которые тонкой душевной организации, которые очень искренне чувствуют музыку, чувствуют любовь. Ну что вы так на меня смотрите? Она же Спартака чувствует любовь? Но и тонкой душевной организации? Да, объясни мне, пожалуйста, когда ты узнала о том, что на стадионе Спартака фанатский вираж поет песню «Знаешь ли ты» и поддерживает тебя, когда у тебя были... Значит, куда организовал? Да, вот каким образом вообще вот тебе это сказали? Ты поверила в это с самого начала? Ты начала смотреть видео, как-то пытаться понять, откуда? Я, мне кажется, одна из последних об этом узнала. Я узнала, когда уже фанаты ни одного спортивного клуба на стадионах пели эту песню. И мне уже просто присылали кто-то со стадиона, уже вот кто-то начал друг другу пересылать о том, что уже давно ее поют. В общем, я об этом узнала. Ну и твое состояние, вот что ты внутри почувствовала для себя? Меня это разулыбало, честно говоря. Но ты на футбол пошла в итоге? Ну, конечно, меня приглашают. Душевная организация. Да, меня приглашают ребятки. Мы ходим всем коллективом. Да. Круто. Совместная работа с Димой Биланом над этой же песней. Чья инициатива? В чем идея? Как все случилось? Над песней «Знаешь ли ты»? Да. Идея... Ну, дело в том, что мы как-то, ну, встречались, естественно, в гримерках, где-то в кулуарах, да, с Димой. Как-то так «Привет-привет». А здесь, ну, он переживал, правда, за мои болезни, как-то... прислал цветы, какой-то браслетик такой милый, ну, то есть прям какие-то пожелания и так далее. И вот как-то мы на эту тему стали общаться, он стал спрашивать, как я себя чувствую и так далее. И вот мы что-то слово за слово начали болтать и начали как-то общаться близко достаточно. И вот потом Дима говорит: давай-ка мы с тобой, может быть, запишем песню твою вдвоем. Игра «Давай-ка». Но сегодня мы эту песню услышим, правда, пока в сольном варианте, пока ты одна, да, без Димы Билана. Ну а сейчас продолжим концерт и давай сразу же проанонсируем, что «Знаешь ли ты» прозвучит у нас в следующей части программы после рекламы. Ну а сейчас что нас ждет? А сейчас вас ждет трудный возраст. У нас сегодня такая программа, что я сама по первым нотам только узнаю, что мы поем. Просто трудный возраст, смятая постель. Ну а плакать лучше в дождь или в метель. Стоит подпевать. А помнишь небо, помнишь сны о молчании, юное тело в голубом одеяле. Помнишь, как мы умирали в прощании, сердце застыло, уже не мечтаю. Уже не все у нас по ту сторону камеры сейчас вспомнили свой трудный возраст. Сны о молчании, юное тело в голубом одеяле.
А, друзья, певица Максим, и прежде чем войти в состояние ребят с тонкодушевной организации, еще раз напомню, мы пригласим всех людей, которые любят хорошую музыку. 17 июня, Зеленый театр на ВДНХ, большой сольный концерт Максим. Спасибо. Возвращение. Концерт, спасибо. Возвращение к своим поклонникам. Да, с одним словом, спасибо. Все правильно. А теперь тот самый гимн, ребят. Спартака. С тонкой душевной организацией. Как мы поняли, уже не только Спартака, но и многих других клубов. Знаешь ли ты? Я надеюсь, вместе с вами мы сейчас все это споем. Я так привыкла жить одним тобой, одним тобой. Встречать рассвет и слышать, как проснешься не со мной. Мне стало так легко дышать в открытое окно. И Пась, спасибо. Ей лишь одно. Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея ног, сердце его теперь в твоих руках, не потеряй его и не сломай, чтоб не нести. Вдоль ночных дорог пепел любви в руках, сбив ноги в кровь, пульс его теперь в твоих глазах, не потеряй его и не сломай. И в январе пусть бьется серый дождь к нему в окно, пусть обнимает не меня, но помнит все равно. И пусть случайно мое имя вслух произнесет, и пусть молчит, что все же помнит. Не слышно вас. Мой нежный мальчик, ты прости меня. На... Стишите. И пусть сквозь слезы прошептала тихое прощай. Не забывай.
Максим. Мощный финал. Играл коллектив Максим, для нас пела певица Максим, все замечательно. Спасибо да. огромное, спасибо вам. Теперь представляете, все это умножаем на 10, а то и на 100, и все это будет 17 июня на ВДНХ в Зеленом театре. Представляете, какие эмоции. Спасибо тебе спасибо. Огромное. На этом наше шоу подошло к концу. Всем прекрасного отдыха. Это были Мурзилки, Брагин, Гордеева, Захар. Счастливо. Счастливо, пока.